Дорогие друзья, этой программы мы продолжаем цикл передач, посвященных пневматическому оружию, который проведем с Владимиром Съединым, нашим уже теперь другом, который знает, разбирается в этой теме. Давай начнем с винтовых систем. Ну, пружинные все знают. А какие еще есть? У нас в России сейчас достаточно много различных пневматических систем, и одна из самых распространенных винтовок – это так называемая ППП, пружинно-поршневая пневматика. Она дешевая, простая достаточно, но она имеет очень много проблем. Во-первых, очень мощная пружина, ее тяжело взводить. Там стоит достаточно тяжелый поршень. Для того, чтобы сообщать достаточно хорошую энергию и иметь инерцию, и хорошую, сообщать хорошую энергию воздуху, рабочему телу, плюс очень жесткий удар этого поршня внутри цилиндра, из-за этого очень быстро умирает оптика на этих винтовках, да, вот ползет по креплениям, как ее не крепи, очень много проблем, даже дорогие прицелы очень быстро умирают. И следующий этап развития пружинно-поршневой пневматики — это так называемые газ рэм систем. Это системы пневмопатронов, которые вставляются вместо пружин. Ну, все, наверное, видели автомобильные пневмопатроны, которые поднимают багажники автомобилей. Вот приблизительно такая же система, там более легкий першень, нет инерции пружины, нет вибраций. Это более совершенная винтовка, но их делают, к сожалению, мало, поскольку есть еще более совершенные винтовки. Вот погоди, извини, сразу, чтобы уточнить все, чтобы я понял и, собственно говоря, телезрители поняли. Это мы говорим о том, что внутри вместо пружины стоит некое тело с воздухом. Пневмопатрон. Да? Пневмопатрон, который сжимается как пружина. Да. На конце его стоит поршень. И в момент выстрела опять происходит то же самое. Да. То есть он сжимает воздух, который передает энергию. Абсолютно верно. Цилиндр, в нем стоит поршень и шток. Ага. Поршнем сжимается воздух, на конце штока стоит другой поршень, который уже сжимает воздух внутри рабочего цилиндра, с которого он выплевывается в ствол. Вот такая система. Так. Значит, это, насколько я помню, 97-й или 98-й Вайраух, сейчас на память не помню, поскольку эти винтовки не сильно распространены. И они, в общем-то, прошли для нашего рынка незамеченными, в связи с тем, что есть еще более совершенные системы. А вот представитель такой системы представлен здесь, это PCP пневматик, по-английски это будет Precharge пневматик, это предварительно заряженная пневматика. Итак, это своего рода аккумулятор у нас, правильно? Да, абсолютно верно. Это аккумулятор воздуха. Различные винтовки имеют различный объем баллона, где-то от 250, от 170 до 500 кубиков воздуха. Разные винтовки рассчитаны. Кубических сантиметров, да, воздуха. Значит, различные винтовки имеют различное рабочее давление, то есть от 200 до 300 атмосфер. Вот. То есть вот, собственно говоря, каким образом устроена пневматическая винтовка PCP, самая совершенная. Значит, имеется аккумулятор, далее внутри рабочей системы находится клапан спусковым крючком. Открывается клапан путем того, что ударник бьет по клапану и чуть-чуть его приоткрывает на некую долю секунды. Из баллона воздух выбрасывается в ствол и толкает пулю. Подожди, а вот там, в общем, стоит некий механизм, который дозирует подачу воздуха, правильно? Ну, да, это, так сказать, действительно так. Можно глубже, так сказать, рассмотреть устройство винтовки. Винтовки, PCP-винтовки бывают различные, различного типа. Редукторные и нередукторные, так называемые прямоточные. Прямоточные винтовки, они работают таким образом, как я только что рассказал. То есть баллон, после баллона стоит клапан. Ударник бьет по клапану, открывает и выбрасывает порцию воздуха в ствол. Но это стабильно происходит от выстрела к выстрелу, потому что... Значит, в связи с тем, что прямоточные винтовки не имеют как раз того механизма, о котором ты только что сейчас говорил, о работе его и устройстве я чуть-чуть позже поясню. Значит, естественно, они имеют менее стабильную скорость. То есть от выстрела к выстрелу давление в баллоне падает. И существует очень сложный комплекс взаимодействия ударника, силы пружины, диаметра клапана, пропускных сечений и давления в баллоне. И скорость может, к примеру, сначала падать, потом возрастать.
либо наоборот сначала возрастать, потом падать, в зависимости от того, как настроена внутренняя система винтовки. И вот для того, чтобы получить более точный, более стабильный выстрел, ты абсолютно правильно заметил, значит, используется так называемый редуктор. Редуктор, который после баллона, устанавливается после баллона, имеет свой так называемый заредукторный объем, куда поступает воздух с определенным давлением. То есть, если, всегда стабильно. Да. То есть если редуктор, к примеру, настроен на 130 атмосфер, а в баллоне 300, то пока в баллоне не будет менее 130 атмосфер, за редуктором всегда будет 130 атмосфер. Угу. То есть если в баллоне давление упало ниже 130, то тогда винтовка работает на прямоток. И редуктор уже не работает, не исполняет свои функции. Угу. Но до того, пока давление в баллоне не упало до настройки редуктора, за редуктором постоянное давление всегда, и получается очень стабильный выстрел. Если редуктор качественно сделан и качественно настроен, то можно получить плюс-минус 1-2 метра в секунду. О, это очень хорошо. Да, это очень хорошо. Причем речь идет о скоростях около 300-310 метров в секунду. И когда винтовка стреляет 307, 308, 309 метров в секунду на всем протяжении работы, да, то это очень хорошо. Если качественный ствол, то можно говорить о очень точном попадании, о очень маленьком разбросе, ну и, соответственно, и о удачной охоте, и о хороших спортивных результатах. Значит, регулируя тот самый редуктор, мы можем добиться того, что мы увеличим или уменьшим энергию пули, правильно? Ну, на самом деле, ну, с одной стороны, да, но дело в том, что пневматическая винтовка, как может не показаться со стороны, да, очень сложный механизм, в котором происходит взаимодействие более 10 различных параметров, которые влияют на мощность и на точность выстрела. Во-первых, как ты уже правильно заметил, это давление за редуктором. Уменьшив давление за редуктором, мы уменьшим расход воздуха, мы снизим мощность винтовки, мы получим гораздо большее количество выстрелов. Да? Увеличив заредукторный объем и увеличив там давление, мы увеличиваем мощность пневматического оружия. Да? Некоторые винтовки идут уже с завода с возможностью настройки редуктора, некоторые отрегулированы жестко и уже, так сказать, ничего не поменять. Значит, но на это влияет еще, как я уже сказал, более 10 разных факторов. Такие вещи, как, например, пропускное сечение, да, от клапана в ствол. Если оно маленькое, то винтовка работает стабильно на высоких давлениях. На низких давлениях она сразу же теряет мощность, потому что давлению не хватает выбросить в ствол достаточную порцию воздуха для разгона пули. Значит, масса ударника. Для того, чтобы клапан открыть, нужна определенная энергия. Да? Там должна быть установлена пружина и ударник. Чем тяжелее ударник, тем больше трясет винтовку. Да? Это уже плохо для точности. Ну, всяко разно ее будет трясти меньше, чем ее трясет. Ну, безусловно. Но когда речь идет о пневматических винтовках спортивных, а именно на этой базе сделаны великолепные спортивные винтовки Anschutz, Walter, там уже идет борьба за буквально все. И за массу ударника, и за короткий ход пружины, и за качественную настройку спуска. Поэтому просто сама по себе система PCP позволяет добиться на определенном расстоянии, там 50 метров, да, уникальной точности. И поэтому там уже, в общем-то, учитывается все. Мы, кстати говоря, опустили еще один момент. Есть еще так называемые пневматические винтовки, использующие энергию углекислого газа, угу. CO2. Ну да, винтовки. И вот такие вот игровые, в общем-то, да, пистолеты, да, да, которые продавались везде. Да, надо. Да, абсолютно верно. Абсолютно верно. Значит, на базе баллончиков с CO2, с сжиженным газом, значит, построено громадное количество различного пневматического оружия. Систем. Да, значит, и пистолетов, и винтовок. Одна из известных последних винтовок разработки Humarex — это 850-й Humarex. Использует стандартные баллоны. Плюс ко всему, эта модель является переходной. То есть сейчас они начали выпускать баллон с сжатым воздухом, который можно вставлять в кассету вместо баллона с углекислым газом. Винтовки с углекислым газом, они гораздо проще, они стабильнее до определенного момента. С чем это связано? Там никогда не использовался редуктор, поскольку это бессмысленно. При одной и той же температуре давление, образованное
испарением СО2 газа равно ориентировочно около 60-65 атмосфер. Угу. При различной температуре оно меняется, но при комнатной, насколько я помню, около 60-65 атмосфер. И пока есть жидкая составляющая, над ней всегда определенное давление. Эти винтовки обладают небольшой мощностью, но достаточной стабильностью для развлекательной стрельбы. Да, да. Вот. Но если снова возвращаться к охотничьему оружию, то, конечно, практически все охотничье оружие сделано на базе PCP винтовок. И большинство охотничьего оружия, как ни странно, не имеет редуктора. Поскольку редуктор – это достаточно сложный аппарат, и сложный в настройке, и сложный в изготовлении. Плюс ко всему, он достаточно капризен. Значит, там много соединений, он должен сообщаться с атмосферой для того, чтобы его камера, в которой находятся пружины, не имела натекания воздуха. Поэтому в основном редуктор используется в дорогих спортивных системах, ну и в некоторых охотничьих винтовках. И, наверное, для стрельбы в помещении в основном, потому что я так вот себе прикидываю, если там сложная система стоит, температура, да, перепады температуры, влажности воздуха, да, должно серьезно влиять. Ну, на самом деле, да, действительно, охотничьи винтовки, они, как правило, не имеют редуктора. Они настроены на максимальную мощность, на 10, 15, 20 выстрелов. А больше не надо? И больше не надо для охоты, абсолютно верно. Вот, причем, если уже мы так глубоко копнули вопрос об устройстве пневматического оружия, и в частности PCP винтовок, надо, значит, остановиться и на в так называемом плата отстрела. Так. То есть это когда рисует график скорость, да, в зависимости от давления. Угу. Да. Если редуктора нет, то, естественно, при понижении давления скорость будет падать. Разумеется. Правда, это не всегда так, да, в зависимости от настройки, от тонкости настройки механизма клапана. Но теоретически это должно быть так. Ну, естественно, да. Вот, так вот, подбором пружин ударника, подбором массы ударника, подбором перепускных сечений, диаметра клапана подбирают таким образом, чтобы при уменьшении давления в резервуаре оно будет всегда уменьшаться, да, при каждом выстреле. Система клапан, ударник и воздух работала таким образом, что скорость медленно повышалась. Потому что у ударника становится в какой-то момент больше усилия для приобива клапана, да, а давление за клапаном меньше. И клапан открывается легче, поскольку на клапан действует усилие со стороны воздуха, закачанного в резервуар. И при уменьшении давления в резервуаре клапанная группа открывается больше и на дольшее время. Поэтому при понижении давления в резервуаре у нас в какой-то период начинает расти скорость. Да? Она сначала растет, потом она немножко стабилизируется, потом она начинает падать, и падать уже окончательно. Так вот, тот момент, когда она стабилизировалась, несколько стабильных выстрелов, это называется плата, то есть ровный участок графика. Очень похоже на нарезное, стрельбу с нарезным, потому что несколько, как правило, несколько первые выстрелы, они не очень точные, потом идет серия стабильных выстрелов, потом ствол, конечно, загаживается, скажем так, ствол покрывается неким количеством аминения, да. Вот, нагары и все прочее, и снова падает кучность. То же самое здесь, только другая связь. Но тем не менее, да. Ну, на самом деле, да. Значит, в огнестрельном оружии там очень много зависит от параметра ствола, от его разогрева, от охлаждения, с какой стороны он начинает охлаждаться, со ствола, с коробки, как это все организовано. Ну, эту тему мы оставим, потому что... Да, значит, а здесь, так сказать, вот все производители стараются добиться, чтобы вот эта плата, то есть зависимость скорости от давления, да, было как можно больше, то есть содержало как можно больше выстрелов. То есть получается таким образом, что винтовки, как правило, имеют плата, ну, от 25-30 там, до 5-6 выстрелов. То есть от 5-6 до 25-30, ну, да. То есть если это очень крупный калибр, скажем, 12,7, рассчитанный на стрельбу крупного зверя с максимальной мощностью, там буквально 2-3 выстрела и все. Если это калибр на птицу и мелкого зверя, то, как правило,
производители стараются сделать так, чтобы плата была порядка 20-25 выстрелов. Ну, приблизительно столько же, сколько у вас патронов в патронташе стандартном. Ну, да, да, да. Значит, еще один тип пневматической винтовки, так называемая помповая винтовка. Это винтовка, которая имеет в своей конструкции насос для накачивания в небольшой резервуар сжатого воздуха. То есть, как правило, это цевьё. И цевьё является рычагом насоса, которым качаете воздух с атмосферы в маленький резервуар, в клапанную систему. Дальше при срабатывании спускового механизма ударник бьет по клапану, открывает и полностью выбрасывает весь воздух, закачанный вами до этого в этот резервуар. Здесь получается количество качков. Да, да, значит, от количества качков влияет мощность винтовки, но до определенного момента. Поскольку насосы не рассчитаны на большие давления, и, как правило, 12-14 качков, это практически предел для этих винтовок в стандартном варианте. Ну, это, наверное, неудобно, я так считаю, потому что тут качать, вот это накачивать, потом... Ну, у этих винтовок есть тоже свои преимущества и свои недостатки. Значит, что касается самих винтовок, то ярким представителем этих винтовок является 21-20 Кроссман или 22-20, это 22-го калибра. Значит, а что касается преимуществ и недостатков, то они, в общем-то, очевидны. С одной стороны, вы очень легко можете под какую-то конкретную пулю подобрать мощность, поскольку разные пули летят точно на разных скоростях. То есть, изменяя количество качков, там 3, 4, 5, 6, можно увеличивать давление в клапанной системе, и таким образом вы можете менять скорость оперативно, без дополнительной перенастройки винтовки. А поскольку разные пули летят при разных скоростях по-разному, то есть имеют разную кучность, то это очень хорошо, очень просто можно проследить. Берете один тип пуль, накачали 4 раза, отстреляли несколько пуль, 5 раз несколько пуль, 6 раз несколько пуль, и вы увидите, как у вас меняется кучность в зависимости от скорости этой пули. С другой стороны, очень хорошо ей пользоваться дома. Они, как правило, имеют ласточкин хвост для установки оптического прицела и 2 качка и выстрел. Очень тихий, очень мягкий. Можно совершенно нормально обучать пулевой стрельбе из оптического прицела и детей, значит, ну и самому тренироваться. Вот, собственно говоря. Ну, а что касается недостатков, опять же, это очень относительно. Они довольно простые, довольно надежные, но они, к сожалению, не обладают достаточной мощностью для охоты. То есть это винтовки, в общем-то, развлекательного порядка. Володя, солнце садится, уже для нашей съемки нет никаких условий, поэтому давай мы продолжим с тобой разговор о пневматическом оружии в следующей нашей передаче. Спасибо тебе большое, всего доброго.